Так, всем здорова, сегодня на канале Никита Земляной. И мы проходим сейчас старую игру, вышедшую в 2006 году, Краждой гонки. Давайте начнем прохождение. Чего они состоят? Так. Тони со своей командой отвечали за организацию гаража и постройку трюковых элементов. Магазин — это лишь прикрытие, тут мы получаем назад деньги, которые выплачиваются победителям. По крайней мере, часть этих денег. Затем вся наличность вкладывается в постройку новых трюковых элементов. Большие трамплины, маленькие трамплины, мертвые петли, все что угодно. Ну, мы строим их для своих тренировок. Не использовать же все время лишь скромные трамплинчики. На таких лиге зарабатывается только первый опыт. Посмотрим, что у нас есть. Подвеска спортивная установим. Передний бампер. Так, бронекомплект. Производительность. По цене не сможем себе купить. Всего 7 штук у нас. Давайте установим бампера. Так, оружие пока нельзя. Винильчик наклеим. Так.
Капот поменяем. Крылья замутим. Бампер уже есть. Колеса тоже уже. Ну что, все. Погнали на вторую гонку. Поначалу идея с DVD как-то не вызвала у боссов энтузиазма. Они боялись огласки. Прошло некоторое время, и все поняли, что продажа видео напрямую влияет на доходы. Чем больше народу про это знает, тем больше они делают ставок. С тех пор мы были на коне. О, да! Мы наварили столько наличных, что могли бы купить весь этот мирок. Помнишь автостраду Мансфилда? Мы гоняли там, когда она еще не была официально открыта. Нас обожали за подобные развлечения. Автострада, тут классическая гонка. Прийти первым, любой ценой, и не пропустить чекпоинты. Первый снова на коне. Победа за нами. Ну, уже мы выиграли. Так, следующая гонка будет по внедорожью. Надо будет поставить внедорожную подвеску и резину. Ну, колеса, да, с резиной.
Так, все купили. Денег снова нет. Погнали. Внедорожная зона. Пустынные отмели были идеальны для наших целей. Изолированные, безлюдные, немногим отличающиеся от дикого участка дороги на полпути в никуда. Отличное место для решения проблем. Если кто-то вставал у нас на пути, пустынные отмели становились решением. Уверенность в себе и пара бутылок самогона фермерам, чтобы те спокойно спали. Сытые свиньи не спрашивают, чем их кормили, а фермеры спрашивают. И когда фермеры начинают задавать вопросы, можете быть уверены, что ночь пройдет в решении еще и этих проблем. Разумеется, гонки все равно проводились на пустынных отмелях, как, например, на внедорожной зоне. Oh!
Там, где крутятся бешеные деньги, всегда появляется кто-то, кто тоже хочет урвать кусок пирога. Потери всегда ощутимы, особенно когда теряешь наличность. Никуда не деться от факта, что люди не отказываются от левого заработка. Так какого черта? Приняли во внимание и забыли. Но когда ставками начинает манипулировать кто-то посторонний, и водителей открыто подкупают, тут пора бить тревогу. Вскоре нам на прицел попались двое ребят, которые прикладывались к кассе слишком уж часто. Не составило труда найти водилу, который бы преподал этим двоим хороший урок. Все оппоненты разбиты, победил Сливко, так сказать, как по маслу все прошло, все четко, гладко. Так, давайте будем готовиться к следующей гонке. Так, командный дух, угонщик и выбыл. Так, ну погнали к угонщику. Ой, забыл. Надо будет поставить подвеску внедорожную и колеса. Сейчас мы будем по внедорожью также гонять. Меняем всю под... Так сказать, меняем подвеску, резину. Делаем типа джипа и погнали. Удержание флага было моим любимым соревнованием. Всего-то и нужно найти здоровенный смайлик на поле и провести его по контрольным точкам. Когда Тони впервые натолкнулся на него, мы думали, он рехнется. Только представьте себе, вернуться на работу с утра пораньше, а эта желтая дрянь торчит посреди двора и мерзко тебе ухмыляется. Но на обсуждение времени не оставалось. Боссы дышали нам в затылке из-за снизившейся прибыли от ставок. Так что мы решили попробовать. Теперь, оглядываясь назад, стоит признать, это была неплохая идея. Смайлик неожиданно оказался золотой жилой, и все снова успокоились. Суть игры в чем? На машине надо будет взять смайлик, этим смайликом прокатиться по чекпоинтам, и все, и команда выиграла.